Привет, расскажи, как твой настрой перед чемпионатом мира? Как, нормальный. Буду бороться, категория жесткая опять, как всегда. Ну, постараюсь, как. Какой на... есть, так бороться хорошо. При своей подготовке на что ты делал акцент? Может, на кого-то готовился? Нет, я просто готовился, общую физику повышал. Я понимаю, что со временем ее нужно больше. И мне по ее не хватает. Общую физику делал. Кого бы в своей категории ты назвал основными фаворитами? 5 человек. Ливан, Гена, Талик, Ариф. И там еще кто-то был. Такой жесткий, что ты его даже не запомнил. Да, ну он жесткий парень. Что ты скажешь своим фанатам? Чтобы занимались, тренировались. Если проигрываете, можно еще раз съездить, потом еще раз, и потом у вас и получится. Ох, молодец. Вот желаем тебе тоже удачно выступить. Все, спасибо большое. Вика, привет. Ну как твой настрой перед предстоящими выступлениями на чемпионате мира? Всем привет. Настрой офигенный. Главное сейчас первое испытание – это сдать вес. Как говорится, это первый уже шаг к победе. А в дальнейшем у нас борьба. Выпали на выходные, субботу, воскресенье. Будем бороться. Кого ты выделишь в своей категории? Кто для тебя фаворитки? Ну, фаворита как таковому, ну, я бы не выделяла, потому что категория для меня новая. Чемпионат мира я первый раз в этой весовой категории. Все для меня фамилии, я бы сказала, неизвестны, но я уже попадалась с Габриэлой, с Бразилией, как бы, и думаю, что она сможет составить даже очень достойный результат. Насколько я знаю, Габриэла тренируется на больших весах. А какой секрет подготовки у тебя? Так, я никогда не отличалась особо большими весами, мне нечем похвастаться там, да, но у нас как большая школа, да, татарская, это школа технарей, поэтому могу удивить стартом и техникой. Ну что же, желаем тебе удачного выступления. Бесангур, поздравляю тебя с серебром на левой руке. Расскажи, как проходила твоя борьба? Первый поединок проспал, дальше тяжело было. До финала еле-еле дошел. Так, а фолы ты получил с каким спортсменом? С грузином Маладзе. Фамилия, имя. А как ты думаешь, завтра ты сможешь взять реванш? У него, да. Турок сильный, с ним посмотрим. Ну что, желаю тебе удачи завтра. Таня, поздравляю тебя с серебром сегодня. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, чего тебе не хватило, чтобы выиграть у твоей старой соперницы, тебе знакомой словачки? Наверное, больше психологически у меня немножко на нее барьер, чем нежели силовой. Я уверена, что в силу и в технику я намного сильнее, а вот психологически я еще трусишка. Скажи, пожалуйста, завтра ты будешь всеми силами пытаться забрать золотую медаль? Ну, я буду стараться, правая рука у меня более послушная, и я все шансы ставлю, все ставки даю. А может, у тебя есть какой-то суперсекрет твоей силы? Нет, суперсекрет. А, есть суперсекрет моей варежки, только ее самой уже нету. Она лежит там где-то у меня вместе с моей толстовкой. Ну вот, значит, завтра надо одеть варежку, и все получится. Желаю тебе успехов завтра и только победы, только золото. Спасибо, Алина. Сасан, поздравляю тебя с золотом в борьбе на левой руке. Расскажи, пожалуйста, все ли тебе удалось, легко ли ты прошел всех своих соперников? Спасибо большое. Ну, вроде легко, но в финале было чуть-чуть сложно, так как недооценил чуть-чуть. А так все вроде. Недооценил соперника и на стартовом захвате немножко упустил стартовое положение. Все равно слава богу. Как ты думаешь, что тебя ждет завтра? Завтра, по-моему, соперник те же главные. Главный соперник это грузин, с кем я борюсь в финале. Я так думаю. Хорошо, спасибо тебе за слова. Завтра желаю тебе удачи. Милана, поздравляю тебя с золотой медалью. Расскажи свой секрет успеха. Спасибо большое. У меня никакого секрета нет. Я просто тренируюсь, как и все. А так, я готовилась к этому чемпионату мира. А кто является твоим тренером? У меня тренер Аркаева Оксана. А скажи, пожалуйста, во взрослую сборную у тебя есть кумиры? Да, есть. На кого? Допустим, вы.
Спасибо. Еще у меня есть из девушек, наверное, Ирина Гладкова. Что ты пожелаешь своим однокомандникам? Лучше тренироваться. Больше ничего. Желаю тебе тоже завтра повторить свою золотую медаль. Спасибо большое. Привет, ребята. Поздоровайтесь с нашими зрителями. Привет. Ну что, можно вас поздравить сегодня с бронзами. Молодцы, достойно отстояли честь нашей страны. Надеюсь, завтра еще лучше результаты вы покажете. Расскажите о своей борьбе. Как она проходила? Проходила, в принципе, по плану. За полуфинал недооценил сильного противника грузина и проиграл. Ну, третье место, к сожалению, что поделать. Вот. Насколько я знаю, Ансар, это твой первый выезд в составе сборной России. Да, я занимаюсь полтора года, и первый выезд даже на чемпионат такого масштаба. Мне здесь все понравилось. Надо работать, у меня еще один год, в следующем году будет лучше. Это обещаю. Петя, а как твоя борьба проходила? Борьба проходила так, как и готовились тренеры с первым номером. В одно движение шел, три победы без поражений. И потом за выход в финал попался с конкретным чемпионом Европы, с которым также боролся в финале на Европе. Ну, также он меня остановил, сбросил меня. Потом попал на нашего Егора Лештаева, и так получилось. Он меня выиграл. Недооценил соперника и неправильно. Да, большая ошибка недооценить соперника на самом деле. Я только что понял. У меня был явный фаворит Сослан Гасиев. Он действительно достоин первого места. Я его поздравляю. Надо тренироваться, чтобы быть первым. Так что. Что вы пожелаете тем, кто только начинает свой путь в армрестлинге? Терпение, на самом деле, терпение. Первое время будут связки болеть, а потом будет, это удовольствие будете получать. Люди думают, это так, положил и все. А это на самом деле целая секта. Люди приходят, борются. Если даже, допустим, какой-то перерыв, он небольшой, все возвращаются. Главное терпение и сильно связок. Ты что скажешь? Я пожелаю меньше неосознанной борьбы, знать меру, больше отработок с тренером, физических и статических упражнений, и еще раз меньше борьбы, меньше бороться, больше отрабатывать. Спасибо, ребята, за интервью.